вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная институтом Гамалеи, завершила клинические исследования и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации. После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, еще будет параллельно. Мы изменили принципы регуляторной системы и начнется параллельно с вакцинацией особых групп, это в первую очередь медики и учителя, и параллельно пойдет еще третья фаза наблюдений за вакцинированными пациентами.